тусовка автомобильной двери, место для бухания местной молодежи. Когда мы сюда пришли, здесь была толпа каких-то обкуренных пьяных девушек, которые вопили, иди к нам. Мы испугались и не пришли. Наверное, они нам предлагали поучаствовать в каких-то ванных процедурах. Вот. Слушай, давай здесь помоем эту гречанку. Гречанку помоем, она так воняет. Бесплатный батут, а в Киеве за это надо 5 гривен платить. Да, 50. И никаких возрастных ограничений. Потрясающе. Да. Дети проходных дворов в таких вот дворах и тусуются. Днем они трахаются, наверное. Да, у нас стоит 10 тысяч, чисто мусорки валяются. И все дорогое валяется на мусорке. Мобильные телефоны, ванны, ортопедические матрасы. Все, что хочешь. Какая-то психоделическая еще реальность. Какие-то офигенные железные штуки. Что там нашел? Что это такое? Это какой-то трактор или что это? Это какие-то такие этого. Внутри. Да, это трон. Это трон местных красавиц. Это трон. Офигенно. Дети проходных дворов. Все, нужно нашу мулатку привезти, она здесь будет тусить. С вами вечер. Да, круто, круто. Так, а тут люди живут. Не, в этой ванной нужно точно гречанку помыть, знаешь, что я ее засуну и мыть. Потому что она еще воняет. Такая девушка симпатичная, так воняет.